На входе в парламент Молдавии десятки протестующих. Они ворвались в здание и остались у него на всю ночь. И главное требование – досрочные выборы. Накануне парламент страны утвердил нового премьер-министра, третьего за полгода. Им стал Павел Филипп, представляющий демократическую партию. Оппозиция заблокировала трибуну и попыталась сорвать заседание, в то время как на площади перед парламентом собралось около 2000 человек. С сентября сторонники оппозиции, как прозападной, так и пророссийской, проводят бессрочные акции протеста. После отставки администрации за скандалы с выводом из банковской системы миллиарда долларов республика фактически находится без стабильного правительства. Филипп, который стал компромиссным кандидатом, обещает вернуть в страну иностранные инвестиции. Однако протестующие считают его причастным к дискредитировавшим себя политическим элитам и настаивают на проведении досрочных выборов.